Всем привет! Вы на канале Записки Подмастерья. И сегодня мы откроем несколько коллекций из серии Маджики. У меня здесь есть черепашки, радужные феи, русалочки новая версия, волшебницы, бабочки божьи коровки, мечтательные панды, разноцветные пингвинята, сияющие оленята, единороги и новая коллекция совушки. Здесь, конечно, не все коллекции, не хватает здесь звездных лошадок, зайчиков не хватает. Дельфинят и, по-моему, кого-то еще. Ну, будем открывать то, что есть. Начнем мы с черепашек. Черепашки. Смотрим, какая черепашка нам здесь попалась. Так, здесь вот такой вот вкладыш со всеми черепашками. Какие есть, какие характеры, как их зовут, какие друзья и так далее. Такой пакетик. И где-то тут вот место, где открывать можно. Открывается. И попалась черепашка модница Клара. Ух ты, какая она прикольная. Это Клара. Такая забавная, голубые глазки, желтая шляпка с зеленым бантиком. Это такая зелененькая. Это буклетик про модницу Клару. Так, это что? Я меняю цвет в зависимости от температуры. То есть, либо в холодную, либо в горячую воду допускаем, и она поменяет свой цвет. Опять тут изображены все черепашки. Можно галочками отмечать, какая черепашка есть. И тут небольшая информация про нее. Прикольная черепашка. Смотрим дальше. Маджики радужные феи. Вот такой буклетик тоже. Все феи тут показаны, как зовут. Небольшое описание про них. Есть дневные феи и ночные феи, будем так называть их. У ночных фей крылья светятся в темноте, а у дневных фей крылья меняют цвет на солнце. Вот так вот. Так, ну открываем и смотрим, какая фейка нам попалась. Уронил такое солнышко. Из пакетика вывалился. Так, а это кто? А это что? Сейчас мы тебя посмотрим. Так. О, как. Крылья скреплены такой вот бумажкой. Это чтобы, наверное, в пакетике крылья не поломались. Очень здорово сделано. Качественно так. Крылья что-то... Крылья на месте все. Так, и кто же ты такая? Кто же ты такая? Здесь, кстати, говорю, буклетика никого нету. Вся информация вот на этом буклетике. И это. Похоже вот на вот эту. Изабель. Фея любви. Романтичная фея обожает бывать в местах, где можно помечтать и поделиться своими эмоциями с друзьями. Вот у нее... Крылышки меняют цвет на солнце, что она дневная фея. Такая прикольная. С розочкой такая, да, вот что как бы символизирует любовь. Ободочек такой с розочками. Такое фиолетовое платьице. Желтые крылышки с блесточками. И вот такой вот еще... Ой, что-то не стоишь, что ли? Нет, стоит. Такой вот, как кулончик. Надпись Маджики. И может повесить ниточку. И что-то, наверное, на руку одеть. Так, дальше. Дальше Маджики русалочки, новая версия. Открываем. И какая русалочка нам попалась.
Русалочка Сьюзи. Так, вот такой буклетик. Вот информация про эту русалочку. Милая русалочка. Она меняет цвет в зависимости от температуры. Сьюзи не представляет свою жизнь без согревающих сердце объятий. Вот как. А здесь весь список русалочек, какие есть. Прикольненько. Так. Открываем русалочку, достаем. Вот какая она. Прикольненькая такая тоже. Такая ручками. Ух! Сейчас обнимашки будут. Ну, что-то такая, да. Классненькая. Фиолетовые такие волоски. Заколочка такая, не заколочка, резиночка такая в форме сердечка. Здоровская. Вон, смотрите, держу. Тепло идет от пальцев. Она уже начинает цвет менять. Он превращается в такое, какое-то в красное, что ли, или в розовое. Тут непонятно сейчас. Вот видите, цвет начала менять. Во, как. Здорово. Так, маджики-волшебницы. Какая волшебница нам попадется? О, шляпа вывалилась. Шляпа отдельно от волшебницы. Так, буклетик. Антея, фея молнии. Вот такая вот волшебница. Она молнии может насылать. В шляпке меняют цвет в зависимости от температуры. Ага, то есть сама фея остается какая есть, а только меняется цвет шляпок. И вот весь список фей. Небольшая информация про эту фею. Ну, прикольненькая такая вот. Сейчас мы тебя посмотрим поближе. Вот она какая. Волос таки красивый цвет. Такой вот магический халат с блестками зелененький. Платье такое сиреневое. Туфельки такие с загнутыми носиками. Классненькая. И вот это ее шляпа. Со знаком молнии. Так, от тепла тоже шляпа поменяет цвет или не поменяет? Ну да, начинает. Видно, он светлеет. Здорово. Так, на, стой в своей шляпке. Ой, что ты не стоишь? Ты чего это? Шляпа перевешивает, наверное. А если без шляпы, все равно падаешь. Что-то у него с ногами. Падает. Падает фея. Не, о, встала. Ложим шляпу рядом. Так, дальше смотрим. Бабочки божьи коровки. Такой вот большой буклетик. 9 божьих коровок и 9 бабочек. У бабочек меняется цвет крыльев на солнце, а у божьей коровки меняет цвет в зависимости от температуры. А также еще есть 3 божьи коровки, которые светятся в темноте, и 3 бабочки, у которых тоже крылья светятся в темноте. Ну что ж, посмотрим, кто нам попался здесь. Бабочка или... Или божья коровка. Так. И попалась тут. О, как зацепилась там за что-то. Как приклеилась. Ох. Во как.
прикрылся пакетик там внутри. Видимо, когда запаивали, запаяли и пакетик. И попалась бабочка. Бабочка Эмми. Есть буклетик с книжечкой. Вот такая вот бабочка. Это, наверное, про нее, какая она на самом деле. И здесь все на английском. Так, посмотрим тогда, как эту бабочку зовут здесь. Сейчас мы ее найдем. Вот она. Вот бабочка Эмми. Бабочка Игрунья. Такая-то она игрунька. Открываем. Посмотрим поближе. Вот такая она веселенькая. Крылышки такие мягенькие-мягенькие. Такие вот антенночки у нее. Усики. С шариками такими. На кончиках. Мячик, который она любит играть. Такая интересная у нее, как пижамка со звездочками. Классная такая бабочка. Здоровская. Так, смотрим дальше. Смотрим сияющих оленят. Сияющие оленята. Как всегда, буклетик. 12 оленят обладают суперэффектом. Каждый олененок подарит тебе чудесный кулончик. Ну, как вот и у фей тоже кулончик. И вот здесь вот разные есть. Дневные оленята и ночные оленята. 6 оленят меняют цвет на солнце. И 6 оленят меняют цвет в темноте. Смотрим, какой же олененок попался тут. Так, 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 здесь такого нету. Надо помочь ножичком. И попался нам вот такой вот интересный олененок с цветочком. Буклетик. Где? Вот. Вот такой кулончик в форме звездочки. Это значит, олененок ночной. Книжечка о нем. Так, не пойму, как его зовут-то. Чика, что ли? Где у нас помощник, буклетик? Да. Ну, я бы назвал бы. Чика. Конфетка. Олененок фантазии. Витает в облаках. Вот он какой. С цветочком. Что-то они все с розочками. Фея он с розочкой. Олененок с розочкой. Такой классненький фиолетовенький. И он светится в темноте. Сам такой весь бархатный. Клевенький. Копытца такие черненькие у него. Ну, что можно сказать. Фигурки из серии маджиков самые-самые классные, мне кажется. Так, смотрим панду. Буклетик, буклетик про панду. И тоже тут вон есть вот кулончик в форме сердечка. И он меняет цвет на солнце. Вот такие вот панды. 12 штук их в коллекции. Все со спецсуперэффектом. Здорово. Сейчас посмотрим, какая панда попалась мне. Так, здесь тоже нет элемента, чтобы открыть. Помогаем ножиком. Как там пандочка веселенькая. Так, буклетик. Может, ничего там нету? А где кулончик? Вон там кулончик лежит. Вот такой вот кулончик, сердечко. И вот такая вот пандочка с подарочком. Достаем тебя. Ой, какая она миленькая. Классненькая такая вся. Мягенькая даже, можно сказать.
Так, как тебя зовут? Тоже какой-то Чика. Книжечка на английском языке. Сейчас мы узнаем твое настоящее имя. Мне правда Чика. Точно Чика. Маленькая панда, символизирующая доброту. Здорово, здорово. Неправильно сказал. Не все панды светятся. Только определенные панды. Вот со спецэффектами. Вот Рози. Спецэффект. Джаз. Стар. И Бон-Бон. Остальные панды простые. Как вот это. Чика. Чика-чика. Так, ну что ж, осталось совсем чуть-чуть. Остались у нас такие вот разноцветные пингвинята. Ничего там нет, никакого кулончика-то. И попался нам пингвинчик, который меняет цвет в зависимости от температуры. А как тебя зовут? И это пингвиненок сладостей. И зовут его, ее, это девочка, пингвиненок девочка, зовут ее Юля. Любимое занятие украшать кремом торты и пирожные, вот поэтому она пингвиненок сладостей. Так, а здесь что? Ага, это эффект, какие у них есть. И она, это Юля, меняет цвет в зависимости от температуры. Как раз указано, что 9 пингвинят меняют цвет в зависимости от температуры. А 3 пингвинчика светятся в темноте. Так, посмотрим тебя поближе. Вот такой вот пингвиненок. С мороженкой. Такая у нее резиночка тут, или заколочка в форме сердечка. Такая она бордового цвета, с зелеными глазками. Вот уже опять от рук нагревается. Меняет цвет. О, смотрите, желтым стало. Здорово. Так, ну осталось еще 2 пакетика. Так, так, так. И у нас такие вот единорожки. Единорожки, 12 единорогов. И попалась вот такая вот единорожка Лайла. Здоровская такая. У тебя есть какой-нибудь эффект Лайла? Так, она единорог мудрости. И они все меняют цвета. В том числе и Лайла. Меняет цвет через ночь тоже от тепла или от холода. Ничего не написано. От тепла. Вон, хвост стал бледно-розовый. Сама такая прикольная единорожечка. Такие розовые волосы, хотел сказать. Розовая грива, розовый хвостик, копытца розовенькие. Есть такие вот у нее сердечки. Веселая такая коняшка. Ну и последняя коллекция на сегодня. Это, можно сказать, новинка, совсем новая. Коллекция совушки. О, какой-то пазл тут. Отгадать надо. И вот мы уже знаем, что попалась совушка Лейла. Ух, какая она классная-то. Лейла. Сейчас постой тут. Посмотрим про тебя тут и про всех. Лейла, забавная совушка. Мне нравится, когда мои друзья смеются. Так, так, так. Значит, есть совушки, которые меняют цвет от тепла. 2 совушки, которые светятся в темноте. И какая-то супер-супер сова, эксклюзив Джемма. У нее вон звездочка на животике. Так, что ж ты у нас тут? Что ж ты у нас? Вот такая вот сова бордовая. Машет руками. Что-то, наверное, рассказывает смешное. В крылышке держит цветочек, ромашку. Меняет цвет. От тепла, наверное, тоже.
Сейчас проверим. Грейся, грейся, грейся. Да. Да-да-да, вон видите, меняет цвет на светло-светлый розовый такой. На животик еще такая у нее сердечко. Я думал, что сердечко меняет какие-то цветы или что-нибудь такое, или сверкает. Сердечко простое. Тоже такое в блесточках. Хорошая такая коллекция совы. Совушки, совушки. Вот такие вот попались фигурочки из коллекции маджиков. Мне вот понравились старые коллекции. Старые коллекции, вот эти вот панды. Бабочки вот эти классные. Черепашки отличные. Ну и вот новая, конечно, коллекция совушки. Прикольненькая такая. Напишите, у кого какие коллекции есть. Может, у кого-то полностью собранные есть. Или по несколько фигурок. Какой-нибудь из коллекций. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.